Здравствуйте, товарищи! Начинаем открытое собрание объединения рабочих Ленинграда. Прошу всех выключить телефоны, звук на телефонах. Сегодня ведущий я, Лазарев Вячеслав Михайлович. Секретарь у нас Теплов Вадим Викторович. Значит, на доклад у нас не более 10 минут, выступление не более 5 минут, вопросы не более 3 минут. Предлагаю проголосовать за такой регламент. Единогласно. И повестка сегодня предлагается следующая. Первая тема. О роли профсоюза в борьбе за продвижение прогрессивного коллективного договора. Докладчик я. Вторая тема. Постановление Российского комитета рабочих. Борьба за прогрессивный коллективный договор. Докладчик Шилов Дмитрий Юрьевич. Следующая тема. Постановление Российского комитета рабочих о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Докладчик Павилов Илья Валерьевич. И еще одна тема. Постановление Российского комитета рабочих. Использование отраслевых соглашений в интересах работников. Докладчик Головаш Антон Геннадьевич. И в конце, пятым пунктом повестки, я предлагаю избрать Совет рабочих Ленинграда. Вот. Кто за данную повестку? Отлично. Единогласно. Значит, товарищи, хочу немножко зайти издалека, чтобы было понятно логика вообще, для чего нужны профсоюзы. Как всем нам известно, российский капитализм произошел из социализма. То есть целостная экономика, целью которой было обеспечение полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, свободного всестороннего развития. Эта экономика была осознанно, целенаправленно расколота подавляющим меньшинством населения нашей страны и приватизирована. И с целью этой экономики, целью предприятий, заводов, фабрик, целью их работы, целью производства стала прибыль, извлечение прибыли меньшинства подавляющей. То есть произошел откат назад, значительный, скачок просто на предыдущий уровень развития экономики. Так произошел наш капитализм российский. В отличие от капитализма западного, который произошел из феодализма, это регресс. Там же наблюдался прогресс. Вот. Но если внимательно рассмотреть тот самый прогрессивный капитализм западный, да, который в 19 веке был, сам ли он по себе, по воле капиталистов, то есть владельцев средств производства, сохранял и поддерживал в себе эту прогрессивную тенденцию? То есть является ли улучшение условий жизни трудящихся, которые ни для кого не являются, как бы, никто не сомневается в том, что они были, является ли эти улучшения заслугой одних лишь владельцев на средства производства? То есть по их ли воле был этот рост жизни, экономики? Конечно же, нет. И вот почему. Потому что в целом увеличение прибыли всех капиталистов базируется на развитии рабочих. Чем лучше обучен рабочий, тем более сложными станками, оборудованием он может управлять. Значит, достигается все большая производительность труда. Чем лучше организовано производство, тем меньше устает рабочий, тем меньше он делает брака. Чем лучше условия труда, тем лучше его здоровье, дольше продолжительность жизни. То есть это все ведет к росту экономики. Но
у каждого конкретного капиталиста всегда есть соблазн в тупую гнаться за прибылью, вот здесь и сейчас, не раздумывая там о каких-то сложных вещах. То есть, если у него есть такая возможность, он ей пользуется. Тем более в условиях рынка, когда идет конкуренция капиталистов между собой. Вот. И если эта тенденция не встречает какого-то противоположной силы, то это ведет к деградации экономики, а значит и к деградации общества. Что мы и видим сейчас вот вокруг нас, на самом деле, в нашей стране. А что же это за сила, которая не дала возможности собственникам средств производства неограниченно наращивать степень эксплуатации рабочих, выжимать из них все соки и заставлять работать практически круглосуточно, не позволила навсегда согнать всех в трущобы без малейших условий для жизни? Как это, кстати, поначалу и происходило в Англии, например. Достаточно почитать Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Эта сила – требования рабочих к работодателю и борьба за выполнение этих требований. При этом основное средство этой борьбы – это всегда была забастовка. Потому что только угроза снижения прибыли может заставить работодателя пойти навстречу рабочим, удовлетворить их требования. Но для проведения успешной забастовки требуются продуманные действия, коллективная слаженная работа, осознанная коллективная борьба. Значит, нужно грамотно сформулировать требования к работодателю, донести суть этих требований до рабочих своего предприятия и заручиться поддержкой большинства этого коллектива, своего коллектива. То есть нужно организовать коллектив, чтобы он мог бороться. А формой организации трудового коллектива является как раз профсоюз. Вот. Определением любого боевого профсоюза является готовность бастовать в любой момент. Это задача профсоюза, главное. Он должен обеспечивать эту возможность. То есть не обязательно бастовать постоянно, но сама угроза забастовки, она работает очень хорошо на работодателя. И именно в результате натиска профсоюзов на работодателей в конечном счете и повышалась производительность труда, о чем я говорил в начале. И это повлекло за собой колоссальный рост прибыли, повышение уровня квалификации рабочих, их образования, обеспечилась возможность полноценного воспроизводства рабочей силы. То есть семьи, дети, их все можно было прокормить, воспитать, обучить. И шел интенсивный рост экономики. А как у нас с профсоюзами обстоят дела? Существующие сегодня профсоюзы произошли от профсоюзов еще времен СССР, когда была экономика еще в основном социалистическая. И в этих профсоюзах состояло в том числе и руководство предприятий. Вот. И это при переходе экономики капиталистической, да, когда в начале 90-х, так все и оставалось. И эти руководители предприятий, состоящие в профсоюзе, на корню тормозили всеми силами любую борьбу активную со стороны трудящихся. Вот. То есть особо возможности бастовать у рабочих и не было, потому что рабочий, как он по своему положению, он все-таки больше разбирается в производстве, а заговорить, запудрить мозги удобнее всегда работодателю. У него много времени для этого. Это его работа, в общем-то. Вот. И таким образом, только что родившаяся капиталистическая экономика России была полностью освобождена от забастовочной борьбы, от той развивающей силы, с которой начал. Предприятия начали продаваться налево-направо, зарплаты не выплачивались месяцами. Вот. Началась вот та самая погоня за прибылью любой ценой. Но несмотря на все это, отдельные трудовые коллективы все равно продолжали борьбу. Например, докеры Ленинграда, авиадиспетчеры, которые все мы про них слышали. Вот недавно был заключен коллективный договор акционерного общества «Первый контейнерный терминал»
на 2020-2023 годы. Советую всем ознакомиться. Вот. Удобный формат, можно читать в метро, отмечать важное для себя. Вот. Но это было позже. А вот эта борьба, которая привела к этому, усилила и сопротивление работодателей. И тогда вышел проект Трудового кодекса Ельцинский, который существенно урезал права трудящихся. Вот. И в связи с этим тогдашний вице-президент Фонда рабочей академии, товарищ Федотов, и президент Фонда рабочей академии Попов Михаил Васильевич подготовили свой проект Трудового кодекса, который был в интересах работников, причем работников, организованных в профсоюзы. Этот проект был основан на фундаментальной идее, руководящей роли рабочих в общественном прогрессе, и создавал благоприятные предпосылки для профсоюзной деятельности. Вот. Проект был опубликован в газете «Народная правда» и финансировался теми же докерами, которые помогли распространить его среди всех действующих боевых профсоюзов, осознать трудящимся вот свои интересы в том, чтобы продвигать вот именно этот проект Трудового кодекса. И даже была по инициативе депутатов этот проект был внесен в Государственную Думу. Набрал много голосов, но не победил. Но, тем не менее, сегодняшний Трудовой кодекс включает очень много положений, которые содержались в том самом прогрессивном Трудовом кодексе. Вот. И это позволяет нам сейчас в рамках профсоюзов успешно бороться, несмотря на то, что они все еще желтые, а закон все-таки защищает членов профсоюза. Поэтому можно этот профсоюз превратить в нежелтый постепенно. Сначала один человек пришел, который осознал свои коренные интересы, за что ему бороться. Другой человек, третий, они уже могут какую-то вести работу по подготовке проекта коллективного договора, распространить выжимку из этого коллективного договора среди работников предприятия. И в конце концов, рабочий, в какой-то момент, когда наберется достаточная масса настроенных на борьбу работников в этом профсоюзе, можно просто переизбрать руководство, и вот вам действующий боевой профсоюз. Это самый такой простой способ, потому что он прописан в Трудовом кодексе, как продвинуть коллективный договор через профсоюз, через его требования к работодателю. Вот. Поэтому важность профсоюзов в продвижении коллективных договоров, прогрессивных, неоспорима, на мой взгляд. Вот. И я заканчиваю на этом свое выступление и прошу выступить следующего товарища Шилова Дмитрия Юрьевича на тему постановления РКР «Борьба за прогрессивный коллективный договор». Уважаемые товарищи, Шилов Дмитрий Юрьевич, рабочий завода акционерного общества КБСМ, вот, являюсь, значит, делегатом съезда и недавно делегатом Российского комитета рабочих. Вот, и недавно в Нижнем Новгороде прошел, значит, очередное заседание Российского комитета рабочих, это семинар вот, по рабочему движению, который проходит два раза в год. И это свидетельство того, что в России идет рабочая, ну, борьба рабочих, куда приезжают самые передовые, самые прогрессивные рабочие,
вот, которые борются, приезжают, делятся своим опытом борьбы, успехов, вот, каких-то неудач, но действий, коллективных действий, без которых невозможно, вот как уже здесь говорил предыдущий оратор, что без борьбы сегодня никакого прогресса, развития России не светит. Вот, это нужно тоже вот хорошо людям понимать, рабочим осознать свое, так сказать, вот это положение. Вот, что рабочий класс, как главная производительная сила общества, вот должна выполнить свою, так сказать, историческую миссию, да? Вот, то есть, а миссия заключается в том, чтобы бороться за свои интересы. В общем-то, это, ну, вполне естественно. Вот, каждый человек и рабочие тоже хотят, и тем более рабочие хотят улучшить свое положение, потому что, ну, это тот класс, который на себе испытывает наибольшее давление, вот, работодателей, вот при нашем строе капиталистическом, в котором мы сейчас живем, вот, рабочие испытывают наиболее тягостное положение, и много факторов, и вредности, и переработки, вот, о которых мы все знаем, и это давление осуществляется с помощью класса капиталистов, то есть при помощи, как и на своем непосредственно рабочем месте, так и со стороны коллективного капиталиста, это государство капиталистическое, вот, которое принимает соответствующие законы не в интересах рабочего класса. Вот, поэтому поэтому кратчайший путь, так сказать, вот, к улучшению каких-то перемен в обществе лежит через борьбу на предприятиях, на своих предприятиях. Потому что, ну, люди объединены, то есть уже сам характер производства собрал нас всех вместе, вот, на своих рабочих местах, то есть не нужно где-то там кого-то искать. Вот мы уже коллектив. Вот. То есть, вот работа в коллективе, да? То есть, с чего надо начинать вообще эту борьбу? Да, с разговоров со своими ближайшими товарищами. То есть, с кем мы бок о бок, как говорится, каждый день встречаемся. У всех условия примерно одинаковые. Вот. То есть, все эти проблемы нам близки, все общие, вот, всем понятные, вот, ну, какие-то большей степени, какие-то меньшей степени. Но вопрос зарплаты касается абсолютно всех, это самый острый вопрос, с него, наверное, и, ну, надо начинать в это самое, продвигать коллективные договора. Вот. Очень хорошо, когда коллективный договор написан вот, и обсужден, то есть написать его может один человек. Один вот человек изучил там, допустим, вот взял коллективный договор передовой, да, вот как вот коллективный договор докеров, да, который здесь вот, значит, представлен. Вот, замечательный договор. Он именно написан, так сказать, ну, выкован в борьбе, можно сказать. Это такой договор, который прошел все стадии, прошел забастовку. Это именно, ну, плод, как говорится, коллективной борьбы, ну, большого коллектива рабочих, докеров. Вот, это на сегодняшний день, ну, самый такой вот пример успешный. Поэтому, конечно, на это нужно равняться. Они, это самое. Я как, вот первый опыт у меня был, что я написал коллективный договор, не был знаком вот с этим.
Вот, и взял его тоже по образцу с нашего товарища Валентина Калюта. Вот у него там позаимствовал, вот, значит, положение. Вот, ну, там поэтапный переход к шестичасовому рабочему дню. Вот такой вот ключевой, на самом деле, вот, вот это требование. Вот оно коренным образом бы улучшило положение работников, потому что тут и вредность, и, значит, все факторы, значит, и недостаток коллективной борьбы, да, которая не хватает времени, то есть людей не заставишь вот после работы там, ну, где-то собраться там на полчаса. Вот. И об этом нам рассказывали товарищи, которые борются, да, вот, в частности, вот Валентин Калют, ну, поделился, да, своими достижениями в городе Саров, значит, на своем предприятии, где коллектив, значит, при помощи профсоюза, которым председателем которого он является, провел переговоры с работодателем. Вот, в общем-то, да, ну, до этой стадии тоже не многие сейчас коллективы доходят. Это определенно можно как бы поставить эту, ну, заслугу, то есть это успех. Вот. Значит, потому что это большая работа, вот, то есть, и которой предшествует работа с коллективом, работа над колл-договором. И без сплоченности, да, были собраны подписи, да, нехватающих, ну, недостающих членов профсоюза, хотя у них там большая организация, и даже, по-моему, две организации, насколько я помню, они собрались с двумя профсоюзами, и подписи, ну, то есть не хватало все равно половины работников, и они собирали доверенности. Вот. Это обычная практика. Вот. При том, что кодекс, российский трудовой кодекс, достаточно забюрократизирован в этом отношении, то есть работники, да, которые решили отстаивать свои права, значит, вынуждены пройти определенные этапы. Определенные этапы, прописанные в Трудовом кодексе, в соответствующем разделе, там, о коллективных договорах, ну, то есть о, значит, вот. То есть там это все расписано. Вот. И с одной стороны, это, конечно, минус большой, то есть для рабочих, да, вот. Ну, простых рабочих, да, вот я, допустим, я там, я никогда не изучал, ну, юридические вот эти проблемы, да, то есть как бы не сталкивался с этим. Ну, как-то мне это раньше там неинтересно было, да, вот, и скучно казалось, да, но, тем не менее, это, ну, школа, да, то есть это, ну, очень полезная практика, то есть я вот когда начал это, в это углубляться, ведь, ну, а на самом деле это же так, ну, здорово, когда рабочие сами пишут, вникают вот в эти всякие формулировки. Вот, и, ну, и без этого никак. На самом деле это сегодня это, ну, требование времени, требование. То есть мы должны действовать законным путем. Вот, и поэтому буржуазное право нам дает такую возможность, этот самый коллективные действия, забастовка, все это, ну, законные мероприятия, вот, и действительные, и действенные. То есть по большому счету только коллективные действия могут привести к успешному результату. Об этом много говорилось на Российском комитете рабочих. Об этом говорил и Григорий Вячеславович Бобинов, чьи успехи
тоже впечатляют, да, хоть это и в общем-то не рабочие, да, вот, но это достаточно организованные товарищи, грамотные, то есть я имею в виду врачей, да, грамотный их характер работы и, значит, предполагает решительные, какие-то смелые, быстрые действия принятия решений, вот, как скорая помощь, и их, в общем, опыт борьбы показал, что можно добиться своих требований, в принципе, не доводя дело до забастовки. Вот, то есть есть разные способы, да, коллективных действий, там, как, такие как итальянская забастовка, там, работа по правилам. Вот, то есть, когда работодатель видит, что коллектив сплочен, решительно настроен, когда это видно, когда есть коллективные действия, то есть можно быстро это все, ну, добиться, да, как вот их опыт показал, да. Но не знаю, получится ли это так у рабочих, вот, это вопрос. Но, по крайней мере, это очень ценный опыт, и использование таких методов, как итальянская забастовка, это очень хорошо действует на работодателя, и работа по правилам, то есть это в любых каких-то таких спорных ситуациях, да, когда оказывается, ну, когда у нас ухудшается положение, да, то есть быстро, оперативно можно решить какие-то вопросы, ну, вот, скажем, там, с вредностью, да, вот СОУД, когда проводится СОУД, тоже это может быть очень эффективно, да, то есть работа по правилам, когда отбирается вредности, снимается вредности, ухудшается положение, вот, то есть не нужно ждать там забастовки, да, вот можно действовать сразу, вот, то есть не нужно как бы ожидать вот этих, значит, всех прохождения этих всех стадий, вот, ну, то есть это я к тому, что вот опыт такой показывает, что дело это творческое, в общем-то, тут есть всегда в законах, есть эти лазейки такие, которые, ну, позволяют действовать, значит, в рамках закона, законодательства, но творчески, да, подходить к этому вопросу и добиваться своего. Вот хочется сказать, что врачи города, это, как это называлось? Пенза, да. Вот врачи города Пензы вот показали, как надо бороться, и, в общем-то, рабочим это надо взять тоже нам. Это на вооружение эти способы, да, все, этот опыт, принять его, изучить. Вот, это подробно все, конечно, не расскажешь, очень много моментов, то есть было на РКР, вот, таких очень действительно практических, очень жизненных, ну, ценных, очень ценных моментов, которые можно, в принципе, на канале Фонда Рабочей Академии, есть это записи, все посмотреть, всем рекомендую изучить это и использовать в своей борьбе. Но также вот Валентин Калевит тоже рассказал, как это у них идет дело. В принципе, коллективный договор еще не подписан у них, но борьба идет, борьба продолжается, довольно такая острая. Вот, и, в общем-то, уже дело идет к, значит, к протоколу. Ну, протокол разногласий там не подписывает работодатель. Вот, но коллектив, в общем, ну, поддерживает их. Это очень важно, то есть в этой борьбе, чтобы
инициативную группу поддерживал коллектив. То есть работа в коллективе – это то, с чего вообще нужно начинать. Если коллектив не готов или что-то там не понимает, и, ну, смысла нет выходить куда-то вот на эту борьбу, да, без поддержки коллектива. Это провальное мероприятие. Поэтому вот и коллективный договор работников, он должен быть понят, должен, ну, пройти, он должен через себя, люди должны его пропустить, чтобы они понимали, за что идет борьба. Вот, то есть, вот, ну, также рекомендуется сделать выжимку из коллективного договора и ходить, агитировать, вот, ну, там, не слишком привлекая там, к себе внимание, да, вот, то есть аккуратно это все нужно действовать, соблюдая дисциплину, это все очень важно. То есть вообще эти коллективные действия, это, ну, я хочу сказать, на пользу вообще даже лично, да, каждому человеку это пройти, это изучать этот вопрос. То есть, ну, а что может быть важнее, да, вот прав, да, когда вот мы работаем, значит, отдаем свою, так сказать, вот жизнь, да, производству годами, там, вот, значит, работаем на этих, значит, на заводах. Вот, это же очень важно, это не ерунда какая-то, когда приходит какая-то комиссия, там, что-то там раз-раз-раз подмахнули, да, и потом бах, оказывается, что у тебя теперь не вредности не такая, а такая, или вообще ее нету. И ты лишаешься там, ну, многих-многих, значит, вещей, которые ухудшат положение. То есть это все очень важно. То есть это как конституция, да, коллективный договор, это конституция предприятия. Вот. И я повторюсь, что это то место, то как раз, где идет борьба. Борьба идет, она, даже если она скрытая, ну, то есть вроде ее не, там, я не участвую, то все равно, то есть снимут вредность у всех, допустим. То есть ты участвуешь, ты в ней, в этом соусе, не участвуешь, ты, ну, как бы это все равно против тебя уже готовят это, бумаги и все. Вот. Ну, причем люди серьезные, там, с образованием, с юридическим, ну, или там каким, ну, то есть всяко они как бы в этих делах больше понимают, да, вот как объегорить там рабочего, да. Ну, это деньги, это надо понимать, что это большие деньги, вот, и просто так никто ничего не даст нам, вот. И только еще забрать. То есть, да, это, что мы для них — это издержки производства, для капиталиста. Все вот эти расходы, да, на рабочую силу — это издержки производства. А что он хочет? Он хочет минимизировать издержки. Ну, вот его по своему положению. Так что тут, как говорится, ничего личного. Бизнес — ничего личного. И надо это хорошо понимать, что времена, когда начальник там за коллектив, да, вот, или там, как вот в советское время было, да, что, ну, и сейчас на самом деле еще это есть, да, то есть есть какие-то такие начальники, да, но их все меньше становится, которые, ну, как бы за рабочих там, то есть такого уже. Сейчас эти времена уходят, да, старые кадры уходят, и приходят молодые, такие капиталисты, уже выросшие, да, на этой самой, ну, вот в этой среде, в 90-е там. И, ну, то есть тут уже никакой лирики там и вот этого не будет. И дальше будет только все это усугубляться без того, чтобы, то есть без борьбы рабочих, то есть это, ну, положение наше будет все ухудшаться, и надо это понимать и начинать учиться этому, что профсоюз — это самая школа коммунизма, да, и
не бояться, то есть совершать какие-то ошибки. Ну, желательно, конечно, не какие-то такие критические, да, ошибки, после которых человек как бы, ну, вынужден покидать, да, коллектив там, ну, то есть тут надо грамотно, то есть грамотно, спокойно, значит, действовать, вот, писать договор, все нормально, все законно, вот, особо там не вылезать, пока силу не набрали, то есть работать в своих профсоюзах, арабачивать их, вот, то есть, в общем, есть, товарищи, еще работа у нас непочатый край, вот. Ну, я бы, наверное, хотел зачитать постановление, вот, чтобы в завершении, да, нашего, ну, моего вопроса, вот, я зачитаю постановление, которое было выработано в процессе, вот, выступлений, вот, опыта, основано на опыте, реальном опыте борьбы наших товарищей. Значит, постановление Российского комитета рабочих «Борьба за прогрессивный коллективный договор». Российский комитет рабочих, заслушав и обсудив доклад председателя правкома профсоюзной организации «Защита» Саровской генерирующей компании Валентина Владимировича Кальвита, подчеркивает, что коллективные действия работников в целях заключения и выполнения прогрессивного колл-договора являются главным средством отстаивания прав и интересов работников. Представители ряда первичных профсоюзных организаций России в соответствии с рекомендацией РКР составили проекты коллективных договоров, выгодных для работников. Тем самым выполнено исходное условие для борьбы за прогрессивный коллективный договор. Профсоюзной организации, подготовившей свой проект коллективного договора, необходимо заранее готовиться к коллективным действиям в его поддержку. В этих целях выжимка из прогрессивного коллективного договора должна быть размножена и роздана каждому работнику. На этой основе необходимо провести широкое обсуждение проекта, разъяснить, что он выражает, интересы каждого работника. Работа профсоюза по продвижению прогрессивного проекта коллективного договора всегда встречает ожесточенное сопротивление работодателя, зачастую сопровождающееся потоками лжи, обмана, клеветы в отношении представителей работников. Работники могут и должны противопоставить работодателям свою организованность и сплоченность, продемонстрировать на деле готовность к борьбе за свои интересы. Профсоюз обязан добиваться соблюдения работодателем норм ведения коллективных переговоров, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации статьи 36-39. Необходимо, чтобы представители работников, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, были освобождены от основной работы с сохранением среднего заработка. Опыт борьбы за заключение прогрессивного коллективного договора показывает, что выгодный для работников коллективный договор не может быть заключен без коллективного трудового спора. Только тогда, когда требования работников поддерживаются коллективными действиями, этот спор разрешается в интересах работников с заключением коллективного договора, нормы которого улучшают положение работников по сравнению с предыдущим колл-договором. Российский комитет рабочих рекомендует осуществлять планомерную подготовку к ведению коллективно-трудовых споров и обмениваться опытом и методическими рекомендациями по их проведению. Вот, и в заключение, товарищи, хотел бы сказать, что, в общем, идея эта о коллективной борьбе, а не новая. Вот, и рабочий класс всю историю своего развития, значит, практиковал и нащупывал, как бы, свои, ну, пути борьбы, да, как рабочим улучшить свое положение. И впервые в истории, в России, вот хочу отметить этот момент, что первые советы появились
в Иваново-Вознесенске. Это наша гордость, да, вот, российская, русское действительно изобретение, которое как-то вот оно сейчас, ну, забыто, незаслуженно забыто. Вот. То есть советы — это когда люди на производстве во время забастовки объединяются, могут координировать, объединяются в совет, то есть представительство, которое формируется от предприятий. То есть, это значит, совет, делегаты значит, поступают от забастовочных комитетов. Да? То есть, и тогда это вот действительно сила, это очень мощное оружие, да, для управления. Можно решать всевозможные вопросы. И вот тоже вспоминается выступление, да, товарища Бобинова, да, который говорил, что ухудшающее положение медицины, да, сейчас. Но медицина-то она для кого? Она же для нас. Для нас, для рабочих. Если не будет здоровья, то, как говорится, нет здоровья, уже ничего не надо, когда нет здоровья. Вот, то есть это же важные вопросы. И все эти вопросы могут решить советы. Советы рабочих, то есть это не только вопросы забастовки, а вопросы обслуживания, медицинского обслуживания, там, обучения, потому что у всех там дети, да, учатся. Ну и в конечном счете вопрос власти решается с помощью советов. Не надо тоже об этом забывать. Вот. Ну а путь к этому лежит через забастовочную борьбу, через коллективные договора. Никак это не перепрыгнуть. То есть вот человек, который освоил эту школу, да, освоил школу борьбы, рабочий, который прошел, да, со своим коллективом, такой человек может решать и другие вопросы, и вопросы управления. Вот, то есть это уже, ну, серьезно. С таким человеком и работодатель будет разговаривать, ну, по-другому, который знает трудовой кодекс, знает, и это все прошел на своей школе. И такие люди есть. Вот, и на Российский комитет рабочих приезжают опытные переговорщики. Вот, и Кудрявцев вот выступал тоже. Есть чего, в общем, послушать, поучиться. Так что, товарищи, давайте будем бороться, будем учиться, осваивать эту грамоту, вот, юридическую. Вот. И пожелаю всем успехов в этой борьбе. Спасибо. Я приглашаю следующего выступающего, товарища Вавилова, о постановлении РКР о борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Сокращение рабочего времени и дневной это смены – это принципиальный вопрос, и сокращение его должно быть до 6 часов, как поставлено партией. Вот. Это, я бы сказал, жизненно необходимо для рабочих. Потому что, во-первых, это влияет и на здоровье человека. Как это показала борьба у нас на Кировском заводе во время жары. То есть это даже не говорим уже там о там, обычном, да, норме 8-часового рабочего дня, а даже вот в таких экстремальных условиях, например, вот как во время жары было. То есть есть норма, да, сам ПИН, согласно которой мы тогда действовали. Мы с Максимом Дмитриевым тогда развернули борьбу. И, в принципе, нам удалось, согласно нашему законодательству, этим нормам сам ПИН, сократить время на 2 часа. Вот. Правда, ненадолго, к сожалению, потому что коллективные действия были стихийные и краткосрочные. А вообще, сталкиваешься с чем, вот именно когда говоришь о 6-часовом рабочем дне, что рабочий не понимает, а для чего ему нужен этот 6-часовой рабочий день, так таковой. Что вроде я работаю, все хорошо, зарплату мне платят, а, к сожалению, ему еще приходится еще помимо сверх 8-часового рабочего дня еще больше работать, потому что
Они же также работают и в выходные дни, то есть и сверхурочки, потому что денег не хватает, соответственно. А работодателю это очень выгодно. И на современном вот сейчас этапе развития промышленности, ведь же 8-часовой рабочий день мы добились 100 лет назад, в 1917 году. То есть он уже 8-часовой рабочий день с нынешней производительностью сил, он устарел. Я имею в виду 8-часовой рабочий день. Вот. Потому что что нам дал капитализм? Это увеличение производительных сил. Но раз мы увеличили производительные силы, почему-то у нас получается обратная вещь, да, что люди начинают работать еще больше. А для чего все это делается? Чтобы удешевить рабочую силу. Стоимость рабочей силы. То есть, что и порождает, кстати, и безработица. Ведь капиталисту выгодно очень в резервах всегда держать безработных, то есть эту армию. Потому что всегда можно снизить стоимость рабочей силы. То есть, если, допустим, человек начинает бороться, да, каким-то образом, не коллективно, вот, всегда это дело можно пресечь и сказать, вот там он за воротами, за заводом, он целая армия рабочих, которые готовы встать на твое рабочее место. Поэтому что человек, он начинает соглашаться на те условия, которые ему ставит капиталист. Также это приводит не только к удешевлению стоимости рабочей силы, но и деградации самого производства так такового. Зачем покупать новое оборудование, увеличивать производство, когда у тебя есть работники, которые готовы там по 12 часов работать. Ну, по сути, так оно и получается, когда они со сверхурочкой работают. Вот. К сожалению, пока рабочие до конца не осознают, для чего нужен именно вот 6-часовой рабочий день, потому что когда мы развернули борьбу с Максимом, тогда вышла газета, вот, наша газета, «Народная правда», да, это называется у нас газета, вот. И вот там как раз была фотография моя и борьба за 6-часовой рабочий день. Она была как раз тогда в тему, потому что мы же, я как сказал уже, мы тогда сократили на 2 часа, ну, только, правда, это удалось только в моем цехе и только на 3 дня. И то за счет того, что не весь цех поддержал, то есть вот эта вот стихийность, там несколько только участков уходили раньше. Ну, то есть они таким явочным порядком это все сделали. Просто ушли раньше, и все. Да, были попытки все это дело пресечь. Вот. А ведь получилось-то как все. Я как председатель профсоюза, председатель цехкома, вот, отреагировал на просьбу рабочих о том, чтобы сократить рабочее время согласно нормам СанПин, потому что жарко, работать невозможно. У нас было тогда, ну, 30 с лишним градусов, а у станков, мне его товарищ, наверное, не даст соврать, а уж на сварке там еще, наверное, жарче было. До 37. Вот. А у станков у некоторых доходило и до 40 градусов. Вот, например, Максим Дмитриев из 225-го цеха, где он работал. Вот, у них вообще до 40 градусов доходило у станков. Вот. Ну, что я сделал как председатель завком по просьбе рабочих? Я обратился к администрации цеха. Вот, но ультимативно. То есть я где-то даже, может быть, и... Как бы это был блеф с моей стороны в некотором роде, потому что я не надеялся на какие-то коллективные действия со стороны рабочих. Вот. Я вынудил начальника цеха сократить время согласно нормам СанПин. Ну, у нас, конечно, сначала были такие, как переговоры. Он говорит, ну, может быть, на час. Я говорю, нет, на два, как положено по нормам СанПин, согласно там температурному режиму. Вот. И, по сути, я надавил тем, что люди будут писать уведомления о приостановке работы. Вот. Ну, он довольно-таки быстро сдался. На него это очень сильно подействовало. И сам, правда, он это сделал устно. Он сам объявил о сокращении рабочего времени на 2 часа. Вот.
по сути, он сам-то и спровоцировал вот эту вот стихийщину, которая у нас произошла в цехе. Ну, раз он огласил, раз администрация цеха разрешила, хотя он такого не мог сделать, это должен был выйти приказ директора завода. Вот. Соответственно, рабочие стали уходить на 2 часа. Они, конечно, потом спохватились в конце рабочего дня, что рабочие же стали уже уходить, и стали предлагать и двойную оплату труда. Но это, как всегда, вот эти крокодиловые слезы капиталистов, чтобы рабочие оставались, работали дальше, план горит и все в таком роде, завод разорится. Вот. Мы вам за все заплатим, за эти сверхурочные. Ну, как показывает практика, кстати, те, которые люди остались, которым пообещали двойную оплату труда, заплатили, но это была не двойная оплата труда, а просто как компенсацию там несколько тысяч подкинули, вот и все. Ну, они в фонд, там, грубо говоря, завод сколько-то выделил денег, вот они их просто потратили, и все. Но. Конечно, после всего этого, когда 2 дня люди уходили на 2 часа раньше, началось давление, то есть людей заставляли писать объяснительное, но благодаря тому, что рабочие вот коллективно отказали писать объяснительные, администрация отступила. Вот. Потом уже вышел приказ директора о, по крайней мере, перерывах. К сожалению, на сокращение рабочего дня он не пошел. Вот. Но перерыв был. Но были нарушены нормы юридические, потому что приказ должен был быть доведен до рабочих. Вот. То есть они должны были с ним ознакомлены. Но администрация цеха, я не знаю, это может быть и завода управления, может быть, это администрация цеха, но они все это дело утаили, приказ это не показывали, это все было по слухам, но перерывы соблюдались, по крайней мере, во время жары. Самое ужасное было, это, конечно, в кузнице. Вот. Сколько у вас там градусов, Василий, было? Ну, в кузнице я точно не знаю, но там что-то, конечно... Тут не говорили сколько, но градусов 35 точно. Больше у вас там было, у нас на 35 было. Вот. У вас там тем более особые были такие условия, то есть, ну, чтобы они не уходили. То есть они там принимали душ, у них был увеличен обед. То есть у нас обед составлял 30 минут, они добавили к нему еще час. Ну, чтобы человек мог сходить там охладиться. Ну и, естественно, по воде там по всем этому было сделано. Вот принципиальный вопрос о сокращении рабочего времени, например, вот в экстремальных условиях, я имею в виду, связанные с жарой. То есть, когда рабочие почувствовали вот этот вот небольшой вкус победы, да, то есть они, грубо говоря, ушли на 2 часа раньше, ну, так по-простому я скажу, отбили ногами это время, вот. То есть, их было остановить просто невозможно. Они там стояли у проходов цеха, там пытались как-то их остановить или еще что-то, но это было уже просто невозможно. Ну, когда массово идут люди, да. Вот. Это вот в экстремальных условиях. А вообще, конечно, надо бороться за 6-часовой рабочий день, потому что это, во-первых, ну, у нас здоровье оно одно. Организм, естественно, изнашивается во время работы. Вот. И тем самым мы увеличим свою заработную плату, сократив рабочее время. Потому что та армия безработных, которая, как нам всегда говорят, там за воротами очень много людей, ну там действительно много людей, но капиталисту придется их нанять на работу, чтобы увеличить производительность. Вот. И, соответственно, мы и поможем со своим братьям рабочим, как говорится, занять эти рабочие места, и та доля производительной силы, которую они не используют, она же перекладывается на нас, по сути, вот, она будет использована. Во-первых, нам будет легче работать, во-вторых, мы будем меньше работать, у нас больше будет времени на развитие. То есть даже вот с чем я сейчас, например, сталкиваюсь. Вот, даже вот сейчас мне нужно избрать цехком. Сейчас вот массово идут люди в профсоюз. Чтобы его избрать, нужно собрать кворум. Чтобы собрать кворум, должен быть хотя бы даже 8-часовой график обычный. А у нас сейчас какие сейчас графики пошли? 2 через 2 по 12 часов, 3 через 3 по 12 часов. Кто-то уходит в отпуска, они работают целыми неделями по 12 часов, уже нарушая даже трудовой кодекс.
То есть человек уже просто на износ идет. Вот. А потом начинаются всякие производственные травмы и прочие неприятные вещи. Вплоть до летальных исходов. Вот. Поэтому работодатель, я имею в виду капиталист, конечно, никогда не пойдет на сокращение рабочего времени. Это чисто ложится на плечи рабочих. Только мы, рабочие, можем добиться этого. Добиться этого можно явочным порядком. Добиться этого можно через итальянские забастовки. И самое главное, чтобы это было зафиксировано. А для этого нам нужен вот предыдущий... Говорили о коллективном договоре. Вот это вот все должно быть прописано в коллективном договоре. Потому что работодатель всегда будет пытаться забрать вот эти, то завоеванное, что было завоевано рабочими. Вот. То есть это не должно быть там, мы поборолись и успокоились. Нет. Это постоянно должен быть контроль, чтобы капиталист четко соблюдал. А чтобы он соблюдал, это должно быть прописано в коллективном договоре. Вот. Потому что, как показывает практика, даже те непрогрессивные коллективные договоры, которые приняты желтыми профсоюзами, даже они не исполняются. Потому что не исполняются и нормы Трудового кодекса. Чаще всего они бывают просто чисто содраны с Трудового кодекса. Но даже те послабления, которые там есть, они тоже не выполняются. Я сам с этим сталкивался. Вот. И что самое жуткое, что именно желтые профсоюзы занимаются чем? Наоборот, подавлением каких-либо коллективных действий со стороны рабочих. Ну вот. А чтобы этого не было, нам нужно профсоюз превратить в рабочий. А значит, он должен наполниться рабочими. Появится рабочая секция в, допустим, ну, в нашем цехкоме, вот к чему я сейчас стремлюсь. И, соответственно, по крайней мере, на уровне цеха мы уже сможем как-то влиять на администрацию цеха. А где-то даже, может быть, и администрацию завода. И на наших маленьких даже примерах, я думаю, последуют нашему примеру другие цеха, и также будут наполняться рабочими, и будут у нас председатель цехкомов рабочие, будут рабочие секции. И в конечном счете весь этот профсоюз, он станет рабочим. И будет представлять именно наши интересы как трудящихся. Ну вот, о чем я хотел сказать, для чего нужно сокращение рабочего времени. Даже вот, я имею в виду, по профсоюзной деятельности, чтобы организоваться. Потому что, как показывает практика, после работы никто собираться больно-то не горит желанием. И это объективно, потому что у всех семьи, они уже устали после этой работы. Вот, и у них нет никакого желания там что-то там объединяться и что-либо делать. Вот. Даже вот для профсоюзной борьбы тоже жизненно важно и жизненно необходимо сокращение рабочего времени. Спасибо. Спасибо, Владимир Валерьевич. Я бы хотел зачитать постановление. Или, может быть, вы зачитаете, которое. Вот эти все проблемы, которые, ну, в том числе и сегодня вы озвучили, они обсуждались на Российском комитете рабочих. И в результате было принято следующее постановление. О борьбе за режим рабочего времени, выгодный для работников. Российский комитет рабочих отмечает, что в последнее время работодатели все чаще устанавливают для работников режимы рабочего времени, не соответствующие нормальным. 10-часовой рабочий день, сдвоенные 12-часовые рабочие смены, чередование вечерних, ночных и дневных смен с минимальным временем отдыха между сменами, постоянные вечерние и ночные смены и так далее. Помимо негативного воздействия на здоровье рабочих и увеличения рисков травматизма, вплоть до смертельного, такие режимы работы создают предпосылки для еще большего увеличения рабочего времени, приводят к сокращению свободного времени работников и занижению заработной платы, затрудняют проведение профсоюзной работы и ограничивают право работников на объединение. Здесь я хочу отметить, что вот сегодня не пришло очень много товарищей, да, по причине как раз вот смен 2 через 2, 3 через 3, вечерних, ночных. Вот к слову, да, об ограничении права работников на объединение. Продолжаю.
Российский комитет рабочих констатирует, что наиболее выгодным для работников является сокращение рабочего дня до 6 часов, продолжительности рабочей недели до 30 часов, без понижения заработной платы. Помимо этого, с целью ограничения сменной и ночной работы, а также снижения ее негативных последствий, работники, объединенные в профсоюзы, должны добиваться включения в коллективные договоры следующих требований. Недопущение еженедельной работы более 40 часов и продолжительности сверхурочных работ не более 80 часов в год, но не более 8 часов в месяц. Сокращение количества ночных смен. Ограничение продолжительности вечерних и ночных смен до 6 часов. Ограничение до двух количества идущих подряд ночных смен, после которых должен следовать отдых продолжительностью не менее 48 часов. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее 48 часов. Продолжительность междусменного отдыха не менее двукратного размера продолжительности смены, с учетом обеденного перерыва. Начало ранней смены не ранее 6 утра, окончание поздней смены не позднее 23 часов. Предоставление каждому работнику отдыха во второй половине дня, вечером и выходной день, не менее одного раза в неделю. Запрещение работы по выходным или ограничение ее до минимума. 2 часа с оплатой полного дня и организацией доставки рабочего до места работы за счет работодателя. И не более одного раза в месяц. Повышение оплаты труда в вечернее время на 40% и в ночное время на 80%. Составление графика чередования смен за 1 месяц до начала учетного периода. Согласование с работником графика чередования смен. Согласование с профсоюзом и работником текущих изменений графика чередования смен. Учет возраста и особенности здоровья работников при планировании вечерних и ночных смен. Индивидуальный учет стажа сменных работ для каждого работника на протяжении всей трудовой жизни. Ограничение вечерних и ночных работ минимально необходимыми операциями. Выполнение наиболее травмоопасных операций и наиболее ответственных заданий в дневное время. Предоставление дополнительных оплачиваемых перерывов, в том числе для короткого сна, с организацией места для сна и со всеми необходимыми удобствами, из расчета 5 минут за каждый час вечернего времени и 10 минут за каждый час ночного времени, помимо основного перерыва для принятия пищи. Обеспечение горячим питанием в вечернее и ночное время. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на вечерней и ночной работе, не менее 28 дней непрерывного отдыха и дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней. Повышенные требования к технике безопасности и охране труда при ночной работе. Углубленные профилактические медицинские осмотры работников, занятых на сменной и ночной работе. Обеспечение условий для занятия физкультурой и спортом для работников, занятых в сменной и ночной работе. В случае отказа работодателя от включения данных положений в соответствующие разделы коллективного договора или их невыполнения, работники должны начать коллективный трудовой спор и проводить коллективные действия вплоть до забастовки и защиты своих интересов. Нижний Новгород, 7 ноября 2021 года. Вот, я прошу следующего выступающего, товарища Головаша, выступить на тему постановления РКР «Использование отраслевых соглашений в интересах работников». Так, Головаш Антон, Балтийский завод. Так, начну со статьи Трудового кодекса Российской Федерации 45. Соглашения, виды соглашений. Соглашение – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемые между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном и отраслевом территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции и по договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах. Соглашения могут быть двухсторонними и трехсторонними. Двухсторонние соглашения – это между представителями работников и работодателей. А если трехсторонние – это государственный регулирующий орган какой-то. Но если вот отрасль нефтяная, то, соответственно, министерство промышленность, нефтяной,
допустим, вот, отрасли, будет регулировать эти отношения, правовые акты. Ну, соответственно, вот, берем, к примеру, вот, у нас мы рассматриваем отраслевые соглашения. Отраслевые соглашения – это на данный момент в России они все регулируются в основном государством. Ну, там есть масса причин, почему это нужно делать. Ну и, соответственно, эти акты заключаются, ну, трехсторонними являются. Вот. Я ознакомился с двумя, значит, отраслевыми соглашениями. Это судостроительное и угольное. Так вот, нашел определенные подводные камни, с которыми обязательно мы можем столкнуться. Первое – это то, что у нас профсоюзы желтые все. И, соответственно, люди по большей части не знают, какие соглашения между профсоюзом заключаются, ну, как представители работников, и работодателем. Ну, они, соответственно, будут склоняться чаще весов в сторону работодателя. Поэтому коллектив должен постоянно контролировать, если соглашение заключается в данный момент, то работники должны контролировать, какие соглашения профсоюз заключает в данный момент. А второе, это такие есть пункты в соглашениях. Ну, допустим, вот компенсация за определенные действия, там, допустим, сверхурочная работа. Там может быть написано в соглашении по усмотрению сторон и не прописано конкретно что. Соответственно, вот этот вот пункт, если вы там, ну, будете заключать эти договора, да, соглашения, то есть отраслевые, то это надо будет прописывать уже в коллективном договоре. Какая компенсация, какого размера, в каких случаях она, ну, конкретно там уже это, ну, выплачивается. А если конкретно в отраслевом соглашении прописано, уже, ну, не надо, допустим, работодателю и работнику это между собой регулировать, то тогда в коллективном договоре это не обязательно прописывать. Ну, это мое мнение личное, поэтому, ну, там уже на усмотрение самих работников. Вот. Так, что еще хотел добавить? Исторически вот эти вот соглашения появились в начале 90-х, когда, ну, это как акт урегулирования между работодателями и работниками после отмены забастовок, то есть запрета забастовок. Ну, до сих пор как бы этот законодательный акт действует, ну, забастовки разрешены, а акт действует. Но мало кто о нем знает, поэтому я вот рекомендую его, это дело изучать все и использовать на свое усмотрение. Чаще всего вот это вот соглашение, ну, как работники вообще не в курсе, что оно существует, а работодатель, пользуясь этим, не исполняет свои прямые обязанности. Хотя по закону он обязан это все выполнять, если он входит в эту отрасль. Ну, и задача работников – контролировать исполнение этих актов всех. Так, примеры я, наверное, не буду приводить. Зачитаю постановление Российского комитета рабочих по использованию отраслевых соглашений в интересах работников. Российский комитет рабочих отмечает, что у работников с 1991 года есть возможность заключать с работодателями соглашения, правовые акты, содержащие нормы трудового права, заключаемые за границами одного предприятия. Однако из-за того, что большинство профсоюзов находится под контролем работодателей, действующие отраслевые соглашения не содержат в себе коренных улучшений по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашения заключаются в основном на предприятиях
отраслей, находящихся под контролем государства, но у работников есть возможность заключать соглашения, действующие на разных предприятиях на всей территории Российской Федерации или ее части, субъекты, регионы. Российский комитет рабочих рекомендует после организации рабочих профсоюзов или как коллективные требования к имеющимся профсоюзам вносить в проекты соглашений нормы по сокращению рабочего дня до 6 часов с повышением зарплаты как минимум до стоимости рабочей силы, а также других норм, записанных в программе коллективных действий Федерации профсоюзов России, и добиваться их заключения, объединяясь с рабочими профсоюзами других предприятий, отрасли или по территориальному признаку. Так, это Нижний Новгород, 7 ноября 2021 года. Так, что-то я еще хотел сказать, из головы вылетело. Отраслевые соглашения регулируют, как выше было сказано, финансовые отношения, экономические, и, соответственно, они еще могут содержать какие-то льготы, допустим, по использованию спортивных залов там, или обучение персонала, обучение детей персонала. Какие-то дополнительные преференции там по использованию курортных мест. Поэтому нужно обязательно сотрудникам изучать этот момент. Все в интернете есть. Я довольно легко нашел информацию, поэтому не вижу затруднений. Просто нужно желание это собственное. Вот и все. На этом все у меня. Спасибо, Владимир Геннадьевич. Я бы хотел еще добавить к вашему докладу про Федерацию профсоюзов России и программе коллективных действий. Как я говорил в своем первом докладе, существующий Трудовой кодекс Российской Федерации, он был принят в результате борьбы действующих профсоюзов того времени. Точнее, многие положения в нем, прогрессивные для нас, рабочих, они приняты были в результате этой борьбы. И как раз в этой борьбе и эти профсоюзы осознали важность сплоченности действий на уровне отраслей и государства в целом. И дальнейшая борьба их это подтвердила. И была поэтому создана Федерация профсоюзов России, которая приняла эти программу коллективных действий, которую можно использовать для закрепления своих прав уже не на уровне предприятия самого, а объединяясь с разными профсоюзами, с различными, потихоньку внедрять это на всю страну. И в итоге можно даже добиться принятия Трудового кодекса, разработанного Фондом Рабочей Академии. Да, и значительно облегчить себе жизнь, улучшить ее. В завершение хотел бы сказать всем присутствующим товарищам, кто не смог дойти и кто еще только думает прийти, что объединением рабочих Ленинграда уже ведется работа по написанию проектов коллективных договоров. Если кто-то чувствует, что уже созрел для того, чтобы присоединиться к данной работе и начать писать проект коллективного договора, прогрессивного коллективного договора на своем предприятии, можно обратиться в объединение рабочих Ленинграда. Мы окажем всяческую поддержку, расскажем, что знаем, что уже у нас есть в нашем опыте. И также мы можем
оказать информационную поддержку, потому что существует такая газета «Народная правда», о которой я уже говорил. Вот я держу как раз номер, который называется «Наш выбор». Здесь можно назвать эту газету «Инструкции о пошаговых, значит, действиях по продвижению коллективного договора». Но есть и другие выпуски, и в том числе там есть статьи наших товарищей рабочих с различных предприятий. И там может быть и ваша статья, товарищи рабочие, каждого из вас. Если у вас есть что сообщить своему коллективу, чтобы не вызывать на себя излишнее внимание, не привлекать внимание работодателей, потому что это всегда опасно, это, как правило, это влечет за собой травлю и увольнение в конечном счете. Но можно написать статью, а мы поможем вам в этом, под псевдонимом ее издать в газете «Народная правда». Наши товарищи придут на проходную вашего предприятия, раздадут эту газету. Уже были такие прецеденты. Это хорошее, очень вспомогательное средство для того, чтобы формировать рабочий профсоюз действующий. Постепенно. Вот. И, кстати, я думаю, что все сознательно рабочие должны понимать, что всем нужна поддержка. В том числе они должны оказывать поддержку другим рабочим. Потому что раздавать газеты на своем предприятии – это тоже опасно, потому что все видят, кто ты, где работаешь, и вот ты стоишь. Не надо привлекать все внимание. Но вы можете пойти на другое предприятие в удобное время, либо утром, либо вечером, как вот у вас график позволяет, и помочь товарищам с других предприятий. Для этого, в общем-то, наше объединение вот и существует, для взаимной помощи рабочих друг другу. А почувствовав вашу поддержку на другом предприятии, эти рабочие, естественно, окажут и вам поддержку, потому что у нас у всех, в общем-то, одна цель. Вот. И я предлагаю объединению рабочих Ленинграда принять в работу постановление Российского комитета рабочих ноябрь 2021 года. Кто за? Единогласно. Ну и последний пункт нашей повестки – выборы Совета рабочих Ленинграда. Я предлагаю следующих кандидатов. Товарищ Шилов Дмитрий Юрьевич, это Обуховский завод. Товарищ Головаш Антон Геннадьевич, Балтийский завод. Товарищ Вавилов Илья Валерьевич, Петербургский тракторный завод. Товарищ Теплов Вадим Викторович, забыл предприятие ваше. Италика, колорист. Колорист, да. И, ну, и свою кандидатуру предлагаю. Лазарь Вячеслав Михайлович, электрик Гупин Предсервис. Вот. Ну, я не думаю, что поименно будем голосовать. Кто за такой состав Совета рабочих Ленинграда? Так, и предлагаю избрать двух сопредседателей совета. Да, это товарища Вавилова, ну и меня, пока не найдутся еще желающие. Да. Кто за? Единогласно. Ну что ж, спасибо, товарищи. С наступающим всех Новым годом. Желаю, чтобы в следующем году хотя бы один проект прогрессивного коллективного договора, ну, был написан, и чтобы выжимка из него была распространена среди коллективов, чтобы началась уже реальная работа по продвижению этого коллективного договора проекта. Спасибо.